Здравствуйте всем. У меня свидетельство такое, что мне всегда приснился кошмары. Прям такие кошмары в лесу, что за мной бегает какое-то существо. Это так часто снилось, что я испугалась, проснулась с таким потом. И я, когда я первый раз в жизни постилась 3 дня. Третий день поста мне приснился сон, где я боролась с дьяволом. Это я первый раз, когда я смотрела в глаза и не боялась. И до этого, когда снились сны, мне всегда мама говорила что-то. Ты молись во сне. Вот я никогда не получила, что во сне, когда боюсь, и призывать имя Христа. И я понимаю, что это пост очень помогло, что я говорила, что... А дьявол так говорит мне, это прям такой реальный сон был, что... А как ты можешь меня победить? Потому что ты такая маленькая и хрупкая, ты ничего не можешь. И я сразу говорила, я не могу, но у меня есть Христос. И после этого мне ни разу не снится такие кошмары. Вообще ни разу. Это была реально слава Божия. И был такой случай, когда у меня ребенок был очень маленький, когда еле начала ходить. Утром мне Иисус сказал, что мне надо молиться 90-й псалом, провозглашать. И этот тот же день вечером, я провозглашала, тот же день вечером на ребенка упала большой шкаф. То есть дверь от шкафа с этим зеркалом. Я пришла, ребенок валяется на полу, и там 1000 осколков повсюду. Я когда подняла ребенка, там у нее даже покраснения не было, с ней ничего не произошло. Это реальное чудо Божие.